Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. В этом видео я бы хотел подвести итоги уходящего года, поделиться с вами планами на новый 2022 год и рассказать про бонусы, которые я для вас подготовил. Я надеюсь, вы досмотрите видео до конца, оно будет не длинным. Ну а начнем мы с поздравлений. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, сопутствующей удачи во всех начинаниях, и чтобы вы смогли реализовать все поставленные цели в новом году и достичь максимально продуктивного результата. Желаю вам всего самого наилучшего в новом году и поздравляю со всеми наступающими праздниками. Теперь подведем итоги 2021 года. Здесь я быстро пробегусь по списку тех тем, которые были затронуты на моем канале. Таким образом, я смогу и сам оценить всю проделанную работу, а также вы увидите все темы, которые были за этот год на канале, и, возможно, вы чем-то интересовались, но пропустили, и таким образом сможете вернуться к этому материалу. Поэтому данный раздел будет полезен и для меня, и для вас. В 2021 году я записал урок по языку Python для новичков за 1 час, курс по одностраничному сайту на WordPress. Завершил курс по PHP, создал большой курс по языку JavaScript с количеством материалов на 25 часов, подготовил для вас план бесплатного обучения, который актуален как в 2021 году, также он будет актуален и в 2022, но при необходимости я его буду корректировать. Найти этот план обучения очень легко, либо же в моей телеграм-группе, либо перейдя под соответствующее видео на канале. Также был записан курс по многостраничному сайту на WordPress, переиздание некоторых старых уроков и курсов с новым качеством звука и в одном большом видео сразу. Курс по Bootstrap 5 сверсткой сайта, много полезных коротких шортс-видео, которые появились на YouTube относительно недавно, уроки по преобразованию jQuery кода в JavaScript вручную, уроки по моделированию в Blender для начинающих за 2 часа, создание адаптивной сетки по типу Bootstrap вручную и другие уроки по CSS, такие как использование функции calc, использование переменных root и также работа с пэддингами и merging в тех ситуациях, где их лучше использовать, об этом я рассказывал в отдельном видео. Курс с практикой на Bootstrap и JavaScript, урок по PHP и MySQL, оформление своего профиля на GitHub, курс по геймдеву на Unity Bolt, курс по Vue.js и создание своей игры, обзор Windows 11, курс по Gulp 4, урок по созданию своего Telegram-бота, а также мой собственный бот, которым я призываю вас пользоваться, и он будет помогать в навигации по моему каналу, подсказывать вам, где найти ту или иную информацию, если вы не знаете, также показывать все возможные варианты курсов по различным темам с удобной навигацией. Вы сможете переходить по этим ссылкам на YouTube или Udemy и очень легко таким образом найти необходимую вам информацию. И также был выпущен объединенный курс, который я собрал из 6 своих курсов в одном. Это курс Frontend разработчик. О нем я хочу рассказать чуть позже в третьей части этого видео, поэтому досматривайте до конца. Теперь настало время поделиться планами на 2022 год. Думаю, для многих из вас это будет интересно. Это еще не окончательный список, но тем не менее, сейчас я его здесь оглашу. Я планирую записать обзор своего второго бота и рассказать подробно, как я его создавал и что он может. Также рассказать, как я запускаю своих ботов у себя на компьютере без покупки сервера, делаю это у себя локально. Также будет обзор модуля PM2, который позволяет мне запускать мои проекты с ботами. И если вдруг мои боты отключаются по неизвестным причинам, данный модуль PM2 позволяет автоматически поднимать ботов, если вдруг с ними что-то произойдет. Поэтому также является незаменимым помощником. Также хочу рассказать простой способ работы с препроцессором SAS. Будет большое количество практических видеоуроков по работе с блок-схемами и их созданием, слияние веток в Git, давно ожидаемая тема на моем канале. Также я планирую создать полезную шпаргалку по Git-командам и рассказать, как работать с Git-ом офлайн на своем компьютере без интернета. Провести обзор редакторов кода
которые подойдут для работы в 2022. У меня уже есть такое видео, и в принципе оно вполне актуально, но будет не лишним обновить и рассказать про новые редакторы, про их современные функции, и также это я планирую сделать в ближайшие сроки. Также хотелось бы рассказать про то, как максимально просто начать программировать на PHP. У меня уже есть курс по PHP подробный, это не будет тем же самым или чем-то более расширенным, а именно небольшое видео о том, как начинающим разработчикам, тем, кто хочет это все изучать, самый простой способ начать писать на языке PHP, потому что для многих это остается вопросом, даже несмотря на то, что сейчас есть очень простые инструменты, такие как Open Server, поэтому об этом я расскажу подробнее. Для начинающих, думаю, эта информация будет полезна. Также хочу показать про настройки локального сервера XAMPP на Linux для того, чтобы поднять веб-сервер и очень быстро и просто начать работать на операционной системе Linux. Хотел бы поделиться с вами информацией по работе с CSS фреймворком Materialize. Также планирую курс по Node.js и по React. Несколько курсов по верстке сайтов с практикой, так как это была изначальная тема канала, но мы давненько уже от нее отошли и больше углубились в программирование, в базы данных, в различные языки. Но также нужно вернуться к истокам и обязательно поверстать несколько сайтов и подробно рассмотреть все нюансы этого процесса. Также уроки по анимации и трансформации на CSS планируются, работа с веб-хостингами, обзор и уроки по библиотекам JS для работы с графами и, возможно, уроки по Unity, Blender и Photoshop. Также этот список не является полным, и все, что я сейчас продиктовал, это будет выпускаться не в такой же последовательности. Здесь просто порядок был выбран абсолютно рандомный. Поэтому будьте подписаны на канал для того, чтобы не пропустить новые интересные видеоуроки и курсы. И напоследок я хочу рассказать вам про бонусы, которые я для вас подготовил. Сейчас, к Новому году, возможно, вы захотите создать новогоднее настроение на своем сайте или же на сайте, который вы разрабатываете. И я подготовил для вас 5 готовых скриптов, которые вы сможете без проблем подключить на любом сайте. Эти скрипты добавляют разные варианты снега на сайт. Все они реализованы плюс-минус очень просто, выглядят немного по-разному, и вы сможете выбрать тот, который вам больше всего понравится. На протяжении всего этого видео вы видели на фоне различные анимации падающего снега. Как раз таки это были те самые анимации, которые вы сможете скачать и подключить у себя на сайте. Для того, чтобы скачать все эти скрипты, вы сможете перейти по ссылке под видео в Telegram-группе и скачать архив с готовыми фрагментами кода. Подключаются они очень просто, я уверен, что вы разберетесь без каких-либо особых проблем. И также хочу рассказать вам про тот самый курс 6 в 1 для фронтенд разработчика, который подойдет для самых начинающих особенно, так как вы сможете узнать все самое необходимое на первых этапах, изучить HTML, CSS, JavaScript, работу с Bootstrap, Gulp, после этого сверстать несколько сайтов, добавить какие-то работы себе в портфолио и уже пробовать себя в трудоустройстве или же на фрилансе. Поэтому на данный курс я сейчас подготовил специальный промокод, вы можете его приобрести по очень выгодной цене. Ссылка также будет в описании под этим видео. На Udemy можно купить курс как для себя, так и для друзей. Если у вас есть знакомые, желающие также обучаться веб-разработке, то вы можете их таким вот подарком порадовать. Надеюсь, это видео получилось не слишком длинным, информативным, дало нам понять то, что было проделано в 2021 году, ознакомились с планами на 2022 год, и также я подготовил для вас эти бонусы, о которых уже рассказал, которые, надеюсь, будут вам хоть чуточку полезными. Обязательно не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Делитесь этим видео с друзьями, пишите свое мнение и, возможно, какие-то предложения по новым темам для 2022 года в комментариях. Ну а я на этом с вами прощаюсь, с наступающими праздниками и до скорых встреч!